Пам-пам-пам-пам! Нет, такое слушать невозможно. Уши глохнут. И случилось это именно со мной. Ладно, пойду я, раз такая фигня. Иди. Я страдаю от врагов. Червей, что ли? Чтобы им в аду гореть. Да ты не боись, милая. Я это дело просто так не оставлю. Ну чего, принес? Чего принес? Вот того, чего мы просили. А че вы просили? Слышь, Коль, он над нами издевается. А, вспомнил. Не, еще не нашел. Ну так иди, ищи. Расходился тут, а. Ну, давай, давай, скорее. Чего ты там нашел? А вот и не дам. Это почему еще? А у меня нет ничего. Так какого ты тут шастаешь? А где хочу, там и шастаю. Вот огрызок. Чики-пак? Он снова вырос. Или это у меня глюки? Заточу-ка я грибок, пока меня кто-нибудь не заточил. Так-то лучше. Ты чего? Мочи больше нет терпеть. Потерпи, родная, скоро будет все окей. Сим-Сим, откройся! Сим-Сим меня не слышит. Послушай, Кузьмич, а ты не мог бы... А у тебя деньги есть? Да откуда же у бедного студента деньги? До свидания. Какой ты, однако, вежливый. Да что ты все о деньгах в самом деле? Чаша, что на воротах висит, твоих рук дело? Моих. Шикарная вещь. Я б себе такую заказал. Плати деньги, сделаю. И сколько же она стоит? Пока не знаю. Мне еще не заплатили. Тебе не заплатили? Да с тобой же бесплатно и говорить-то, голяк. Вот-вот. Поэтому я теперь деньги наперед требую. И сколько же она весит? Слушай, давай-ка иди отсюда. Некогда мне с тобой лясы точить. Приятно было поговорить с родственной душой. Угу. А на пеньке эта мишень гораздо лучше смотрится. Хотя мне уже пофигу, абсолютно. Опа, это как это? Ну вообще пинцет. Здорово это я додумался, мишень на пенек повесить. Просто молодец. Привет, служивый! Все стоишь? Стою вот. Стерегу покой царя-батюшки. Ну давай, продолжай в том же духе. Даю.